Привет всем еще раз. Продолжим вязать узор. Это я хочу вам показать. Это четный ряд мы вяжем. Все вяжем лицевыми. А накид между рапортом вяжем изнаночным. Так, все лицевые. А между рапортом изнаночным вяжем. Сейчас покажу, как дальше будем делать узор. Вот это у нас все лицевые. 9 на вроде сейчас получается у нас лицевых. Одна изнаночная. Сейчас вместе посчитаем. Раппорт узора из 9 получается. Так, ну-ка. Так. Это у нас накид изнаночный между рапортами. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да, 9 лицевых у нас получается. 1 изнаночная и 9 лицевых. Так вяжем до конца. У меня тут маленько осталось. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 и 1 изнаночная. Так, это все у меня начинается нечетный ряд. Делаем, будем листики заканчивать. Так, 2 вместе лицевые, 1 с наклоном влево, 1, 2, 3, 4, 5 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо лицевой. Здесь делаем накид изнаночная, накид. Эти накиды в этом, в четных рядах будем вязать изнаночные. И так все время, в начале накид. Например, сейчас тот ряд у нас будет 3 изнаночных, еще накид. Потом будет четный, пойдет сокращение. Это будет уже 5 изнаночных, а листики будут сокращаться. И так будет далее. Так, 2 вместе с наклоном лево, 5 лицевых. Это у нас листик. 1, 2, 3, 4. 5 лицевых, 2 вместе вправо с наклоном. Так, накид изнаночная, накид, 2 петли вместе лицевой влево, 5 лицевых провязываем. 2, 3, 4, 5, 2 вместе. А направо здесь вот. Ну, я вам объясняла, что начало раппорта 2 вместе влево, конец раппорта 2 вместе вправо, наклон идет. Так, накид изнаночная, накид, 2 вместе лицевой влево, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 2 петли вместе, конец раппорта вправо, накид, накид вяжем изнаночной, который предыдущий накид, делаем еще накид, 2 вместе лицевой влево, 5 лицевых. Это у нас листик пошел на сокращение. Накид изнаночная, накид, это у нас между рапортами идет. 2 петли вместе лицевой влево,
вот эти спицы у меня маленько неудобные. Чуть-чуть в тросики цепляется в соединение. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе с наклоном вправо. Накид изнаночный накид будет. И давайте так сделаем до конца ряда. Thank you.